В мире вампиров и оборотней опять назревает дух войны. Одним вечно нужна власть над другими, а вторым лишь бы подраться и доказать свое могущество. Как же можно решить этот конфликт и как всего лишь один человек сможет повлиять на это все? Сейчас узнаем. Эй, Влад, ну когда мы уже будем смотреть фильм, который ты обещал? Сейчас, я уже вот тортик нам приготовил, печеньки, сейчас все принесу. Возьми пока, погрызи печенье. Ага, спасибо. Так, вот еще тортик тебе кушаю. Я пока, блин, найду пульт, что-то не могу найти его, куда-то туда, наверное, положил. Сейчас. Давай, жду у тебя. Сейчас мы будем смотреть фильм. О, летучие мыши развелись. О, нужно двери закрыть. Так, ну где, Влад? Где твой пульт? Когда... О, стоп, кто-то случится. Ой. Здесь очень вкусно пахнет. Видимо, сегодня у нас с тобой будет замечательный ужин. А, мне уже не терпится перекусить. Неделю на диете была и ничего не ела. Уже сбросила 3 килограмма. Что? Кто это? Почему они без стука зашли ко мне домой? И у них крылья, клыки и красные глаза. Это же вампиры. Нет. Я не хочу быть их едой. Я слишком молод и красив, чтобы стать чьей-то пищей. Опа! Кажется, я нашел ужин. Но это же всего лишь малыш. Люцик, Фас, моя собачка, где ты? Быстрее, давай, хватай его и улетаем. Меня схватили, Влад, помоги! Что происходит? Нет градуса, верните, вы кто такие? Быстрее, Юня! Да. Нет, давай, отпустите меня! Я хочу домой! Давай спустимся на ту полянку. Ну что же, еда, надеюсь, ты будешь вкусной. Я не еда, отпустите, почему всегда что-то такое происходит именно со мной? Ай! Приятного аппетита, Юни. Ну что ж, можешь приступать. Я не хочу. Он не выглядит аппетитно. Да-да, а еще если меня съесть, то у вас будут проблемы с пищеварением. И он всего лишь ребенок. Он такой милый. Может, заберем его к себе и сделаем его маленьким вампирчиком? Что за чушь, милый говоришь? Даже если и возьмем его к себе, то уверена, что из него получится достойный вампир. Кто это там на горе? А, снова эти проклятые оборотни. Уходим быстрее, пока они не сошли с ума и не заразили нас бешенством. А как же малыш? А он уже не наша проблема, полетели. Ой-ой-ой, надо спрятаться, спрячусь за этой овечкой. Глупые вампиры, при виде нас сразу убегают. Да они просто трусишки. Ох, как пахнет человеческое мясо. Где-то тут есть настоящий деликатес, вот он. Нет, мы нашли. Ты забыл наше правило? Какое правило? Малышам вред не наносить. Кто у нас такие правила придумывает? Так, Джек, утихомирь свой пыл. У меня есть отличная идея. А как насчет того, чтобы взять его к нам в стаю? Обучить всем тонкостям, бытия, оборотнями. Наконец-то сразить вампиров нашей силой и большинством. Это что, меня? Ох уж эти вампиры. Я давно хочу уже избавиться от них. А эта идея хорошая. У нас появится такая возможность уже совсем скоро. Давай, малыш, соглашайся. Ты такой маленький аппетит. Что прям бы так взяла тебя и съела тут на месте. Соглашайся, мы оборотни сильные и могущественные, повелители леса. Не то что эти трусливые вампиры. А если откажешься, то тебя съедим. Видимо, у меня и выбора толком нету, ну ладно. Слушай, давай садись на меня, прокачу до нашего логова. Ай, ладно. Ура, у нас появился малыш в стае. Я буду ухаживать за ним и обучать всему. И мы будем как дружная семья навсегда. Да, тебя не смущает, что он человеческий малыш. Тихо! Не порть момент. Господи, куда я влип? И как меня вообще сюда занесло? Так, вот мы и пришли. Аккуратно. Слушай, Джек, нам нужно же обустроить как-то его детскую, как бы сказать, комнату. Ну, не будет же он на сене спать, правильно? Это будет. Мы блохастые. Будет. Если ты его в семью нашу берешь, будет тут спать. Слушай, ну у нас куча шерсти. Давай хотя бы на первое время он привыкнет. Ты какую кроватку хочешь? Какого цвета? Ну, смотри. У нас есть белая, красная шерсть, желтая и голубая. Голубую. А мне кажется, он хочет желто-голубую. Слушайте, а этот песель дело говорит. А вы тут и на сене, получается, спите? О, вот тут мы спим с ним. Я вот так бывает лягу. Да ладно, это все шутки, давай. Вот, ну слушай, теперь это твой уголок и можешь спать здесь. Давай я тебе даже расширю немного. Прикольно. Осталось его сделать оборотнем и дело с концом. А как вы сделаете меня оборотнем? Вы обычно, я знаю, что вы кусаете друг друга, чуть ли не раздираете. Я не хочу такой участи. Да нет, зачем эти все зверства? Зачем мне тебя бить, кусать, царапать? Не, я тебе просто вот эту бутылку дам. О, надеюсь, это безболезненно. О, я начал видеть в темноте. Я стал оборотнем.
Уши появились! Хвост есть! Ногти есть! Царапки, я их называю. Поздравляю вступлением в семью. Я так рада, что ты у нас появился. Теперь мы отомстим вампирам и накажем их. Ну что, юный волчонок, пора тебе на первую охоту, получается. Побежали, малыш. У оборотней острый нюх и хорошее зрение в темноте. Видишь вон того кролика? Попробуй словить его. Так. О, хорошо, это я могу. Я докажу, что я хороший оборотень. Ну все, кролик, иди сюда. Тебя догнать я смогу точно. Ты не упрыгаешь. А ну-ка догнать его, догнать. Давай, 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 давай. Куда он попрыгал такой быстро? А ну-ка стоять. А, я тебя почти сломал. Ой-ой-ой. Эй, пошел отсюда вон. Кыш, кыш, пошел. А! О, нет, добром это не закончится. А ты что, кролик, это обычный маленький... Подожди, Юня. Кажется, я что-то учуял. А, ты только посмотри. Нет, нет. Это же маленький оборотень. И он очень похож на наш сегодняшний ужин, который мы так и не съели. Да, это именно тот малыш. Нет, но нет, когда он успел стать оборотнем? А, это проделки тех собак. Если мы не сможем тебя съесть, то нам придется взять тебя в команду. Ага, пытались меня сначала сожрать, бросили меня посреди полянки наедине с оборотнями, которые тоже хотели меня сначала разорвать на куски, а теперь как ни в чем не бывало, берете к себе в команду. Какие-то проблемы? Нет. Вот и отлично, идем с нами. Ну что, добровольно на меня сядешь или я сам тебя возьму? Ладно, все, полетели. Вот мы и в нашем особняке. Если что, мы живем намного лучше, чем вот эти вот блохастые вшивые оборотни. У нас тут очень и очень много удобств, а также мы, если что, аристократы, поэтому сможем научить тебя абсолютно всем манерам. А давай ты еще выберешь из миллиона комнат себе какую-нибудь одну и как-нибудь мы ее потом украсим человеческими сердцами. Не надо, не надо. Человеческими глазами. Нет! О, да. Я не хочу становиться вампиром только потому, что вы наносите людям вред и кусаете их и пьете их кровь. А, малыш, такова наша природа. С этим ничего не поделать. И что, вы меня теперь просто обратите в вампира, как ни в чем не бывало против моей воли? Да? Держи зелье. Ладно. Сперва вкус покажется тебе таким, знаешь, ну, противным, можно даже сказать. Но потом ты в него влюбишься. А это ж кровь. У меня вопрос, а почему вообще вы мне просто дали зелье, а не укусили? Обычно ж так вампиров превращают. А, да просто если укусить, еще не шанс, что ты выживешь. А ты нам так понравился. Ладно, ладно. Кровь так кровь. Я стал быстрее. У меня появились красные глаза, рот в крови. И я теперь хочу пить кровь. Теперь ты один из нас. И самое время научить тебя пить кровь. Я могу вас покусать. Я умею делать теперь кое-что. Нет, нельзя. Вампиры не могут пить кровь других вампиров. Это вредно для здоровья. Но тут больше некого кусать. Ну что ж, тогда давай начнем с овечки. Они тут ходят стаями неподалеку. Одно слово и выпьем. Ешь ее кровь. Хорошо, тогда, может, пойдем вместе? Нет, ты должен будешь научиться охотиться сам. Вампиры всегда сталкиваются с проблемами, и они должны уметь их решать. Ты только до восхода солнца вернись. Да, кстати, забыл сказать. Либо ты вернешься вовремя, либо ты превратишься в пыль. Ага, значит, забыли упомянуть самую незначительную деталь. Алле-оп! Все, теперь самое время найти мне парочку овец. Я думаю, в этом проблем никаких не будет, только где они тут бегают? Они же сказали неподалеку, хотя у них в саду вообще все пусто. Ни одной души, не говоря уже про животных. Наконец-то я нашел пару овечек. Так, ну пить кровь это в принципе не сложно. Кусь! Кусь, 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 кусь. Что? Кто это? Кто это? Кто это рычит? Воняет. Чувствуешь? Ой-ой-ой. Запах вампира. О, наконец-то перекус. А, я чувствую вонь вампира. Ой-ой-ой. Она еле подавляется. Они, наверное, Курсами. Захотят меня прибить на месте, поскольку я стал вампиром. Я что-то чувствую, слушай. Действительно, воняет. Вампиры недалеко. Надо искать. Подыхал, кибдал сейчас. Так, походу, мне капец, походу, меня сейчас убьют. На месте. Смотри, что это такое? Малыш. У него блестящие глаза. Как будто бы, как у того малыша, которого мы взяли. И правда, слушай. О, это же тот наш малыш, которого подобрали. Только он стал вампиром. Да нет, за что? Нет, 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 нет. Этого не может быть. Его прокляли. Не, но я не чувствую себя проклятым. Я могу теперь превращаться в мышку. Вот так вот. И могу теперь вот так вот летать. И все это произошло после того, как я побывал в особняке вампиров. Так, малыш, мы тебя спасем. Сейчас мы вылечим тебя от этой заразы. Все, я теперь снова оборотень. О, узнаю своего сынулю. Так, давай, покажи нам, где находится этот особняк вампиров. Надо разобраться с ними раз и навсегда. Покончить с ними. Это хорошая возможность, особенно если они сейчас спят. О, да. Значит, смотри, малыш, чтобы убить вампира, нужен кол. Просто их сердце, это как стейк. Смотри, вот, вот, берешь и тыкай просто в него. Типа, в стейк тыкать колом? Угу. Да. Ага,
Хорошо, понял. Но перед началом тебе нужно незаметно пробраться в дом. У тебя это получится, ведь ты маленький и незаметный. Тогда почему меня все всегда находят? Неважно. Хорошо, ладно, я постараюсь. Вы будете мною гордиться, семья оборотней. Я вас не подведу. Садись, покажи, где они живут. Побежали прямо, туда, нет, в другую сторону. Побежали. Я спрятался у него в башке. А пока я тут бегу у него в башке, ребята, напишите в комментариях, какую бы семью выбрали вы, вампиров или оборотней? Интересно узнать, кого в комментариях будет больше. Я тогда побегу, у меня есть кол, у меня есть сердце вампира, жареная баранина. Я побежал. Удачи! На работу. Это не работа. О, господи, что это? Это работа. Нужно пробраться теперь как можно быстрее. Вижу уже где-то там, они, наверное, спят. Теперь только тихо, чтобы меня никто не заметил лишний раз, что у меня вообще кол находится. А ну-ка, сейчас проберемся в их спальню. И, о, господи, ты-то тут как оказался. Ладно, пора бы пройти-ка там посмотреть. Так, теперь мне нужно аккуратненько прийти, найти их сердце и проколоть его. Давайте. А что это было? Что-то произошло, меня кто-то начал пинать, это ты? Чего, я спала, не видно было. Подожди, я чувствую чей-то запах. Да-да-да, это тоже... Нет. Чё ж они вечно чувствуют мой запах, задолбали, неужели от меня воняет? Кажется, нам с тобой стоит сейчас проверить наш дом, потому что я чувствую какую-то опасность. А я чувствую... Мясо? Мясо? Я люблю мясо, пойдем перекусим. Пойдем. Подожди, я кое-что забыл. Собаки, Райм! Что там? Оборотни тут! Ой! Им не поздоровится, как они нашли наш замок? И малыш тоже тут! Глупые оборотни везде суют свой мокрый нос! Получайте! Надеюсь, они переломали себе все кости. Простите меня, пожалуйста, я не хотел, они меня заставили. Кошмар какой, теперь мы тебя одного никуда не пустим, будешь всегда под нашим присмотром. Какой кошмар, ты снова стал похож на оборотня. Какой кошмар, ну сейчас, вы меня ж можете исправить обратно на вампира, да? Оборотни плохо на тебя влияют. Эти оборотни обязательно вернутся, мы должны им указать их место. Вампиры лохи. Ага, предлагаю устроить им небольшое шоу. Тогда покажем оборотням, где раки зимуют. В атаку! Вот они, эти тупые оборотни, бегают просто так, воют на луну ради забавы. Да, не ради забавы, типа силы придают, какие-то напридумывали силы, что просто овец бьют, глупость какая-то. Да, действительно, якобы получают там какие-то силы. Ну ничего, смотри, что я сделал, Юни, я украл их луну. Вау, отличная идея. Луны и правда нет, как вы это сделали? Это вся вампирская магия, можешь с ней поиграться немножечко. Так. Твоя задача отвлечь этих оборотней, поиграйся с ними, с этим мячиком. А мы пока что подготовим другой фокус. Хорошо. Семья оборотней, я прибежал. Куда-то пропала луна в последнее время, вы не заметили? Как же так? Куда же наша луна делась? А вы только сейчас заметили? Не обращаю внимания вообще. Смотрите, что у меня есть. Это мини-луна. Какая она красивая и замечательная. Да. Я могу вам ее кинуть, хопа, а я ее туда кинул. Где? А вот она у меня. Куда? Тебе! Да. Давай, точно хотите ее получить? Она вам нравится? Да. Силы придает, да? Луну. Алло! Куда? Туда, я видела. Да, я видел, да. Полетел. Да ладно, я шучу, он у меня здесь. Ах ты ж, блин. Ладно, Жули. Держите, поиграйтесь. Опа. Раз. Давай. Мячик, держи. Ага, давай. Смотрите, ребята, там что-то летит. Это, походу, ваша любимая луна. Это сыр. Это сыр? Джек, по-моему, наша луна к нам в ручки летит, тебе не кажется? Мне кажется, это большой уголь. А какой-то он с шипами. Что с Джеком произошло? Как классно мы их с тобой развели, Юни. Это просто капец. Это было чудесно. О, это что, большой уголь? Наша магия безупречна. Я не думал, что вы настолько жестоко с ним поведетесь. Тут Джек, что с ним стало? Одним оборотнем меньше, одним больше, не проблема. Когда-нибудь я научусь еще каким-нибудь фокусом, и мы опять их так проучим. Да, глупые оборотни. Это снова ваши проделки. Малыш, а ну иди сюда. Куда ты пошел? Вернись! Оставьте моего малыша. Ну, если хотите устроить горячий спор, то как насчет поджарить пару летучих мышей? Держи небольшую зажигалочку. О, сегодня будет фаер-шоу! Боже, что ты наделал? Ты тупая собака, ребенку доверяешь такое? На, получай! Отдай градус, отдай!
это? Ой! Пока они там отсыпаются, пожалуйста, не наделай глупости! Нет, мое! Глупая Руня! Ха-ха-ха, вот это весело! А, что, градус, я нашел тебе градус! Что? Это еще кто? Это какой-то электробобер? А ну отошли, что вы делали с ребенком? Что с тобой произошло вообще этой ночью? Меня сначала украли вампиры, потом нашли оборотни, превратили в оборотня. Потом меня снова нашли вампиры, я стал вампиром. Потом обратно и вот так вот целый вечер. Вы что, с ума сошли над ребенком так издеваться? А как они тебя не съели-то? А у них какие-то правила, они детей не обижают. А вот насчет тебя, Влад, я не уверен. Да, так что будьте аккуратен. Бензопила тебе не поможет. Я вас зарублю, я вам серьезно говорю. Уже утро наступает. Я тоже сейчас растворюсь. Нет, это только на вампиров работает. У меня есть палочка, держи, давай за мной. Палочка. Опа-на! Фух, ну и ночка сегодня выдалась, Влад. Так, нам срочно нужно вернуться домой, ибо сейчас вернутся твои родители. А мне что, зря 500 рублей платили? Надо отрабатывать, пойдем. А, хорошо, ладно. Фух, наконец пришли, дом шикарный. Дом не мой, конечно, но все же неплохо. Но я все равно посмотрю свои мультики. Все, что произошло этой ночью, ты просто сейчас сядешь и смотреть мультики будешь? Хочу мультики. Ладно.